Добро пожаловать! В эфире Джена, Галактическая служба новостей. Похоже, что молодые расы из сектора Орион готовы исследовать новые миры и расширять свое влияние. Совершенно верно, у нас есть свежие кадры с места событий. Итак, давайте познакомимся с Квантой Эпсилоном, пока я тут совсем не заживу. В поисках ответов для кванты псилонов настало время выйти за привычные пределы. Рад встрече, говорит куратор кванты псилонов. Уверен, у нас есть чему поучиться друг у друга. Псилоны предпочитают селиться на больших планетах, где они могут сконцентрироваться на своих исследованиях. И похоже, что они обнаружили подходящую планету. Эта находка поспособствует технологическому прорыву. Псилоны производят впечатление миролюбивой расы. Но если бы все расы были такими, как кванта псилонов, то жизнь во Вселенной была бы скучной. Но расы стремятся к победе не только с помощью технологий. Они могут достичь преимущества за счет экономики и дипломатии. И не забывай про мой любимый метод – завоевание. Появились сообщения о Сакра, воинственной расе, желающей показать свою силу всему миру. Похоже, они еще не раз попадут в заголовки новостей. Давайте познакомимся с лидером племени Сакра. Перед тобой иерарх племени Сакра. Не угрожай моему потомству, и, может быть, ты будешь жить. Пираты, большой босс! Пираты представляют угрозу для всех рас, странствующих по космосу. Сакра будут рады уничтожить их. Однако, чтобы уничтожить пиратов, нужно построить истребитель. Для этого понадобятся ресурсы и время. Так-то лучше. Больше никаких пиратов. Ой, у нас тут космический монстр. С ним будет не так-то просто справиться. Победа за племенем Сакра. И к другим новостям. Футбольный матч на планете Икс был внезапно прерван. А все потому, что процесс терраформирования начался ранее запланированного срока. Это привело к гибели всего населения. Из-за этого небольшого инцидента принимающая команда лишается всех очков до конца сезона. Смотрите далее, на какой планете живут самые милые домашние питомцы.